1 мая для нас является традиционным праздником весны и трудовой славы. Этот день прежде всего для нас праздник труда и солидарности трудящихся всего мира. Мы гордимся трудовыми подвигами сотен тысяч сыновей и дочерей чувашского народа, как в мирное время, так и во время войны. Сегодня перед нами стоят не менее важные задачи. Это строительство многих сотен и тысяч объектов, которые запланированы в рамках реализации мероприятий национальных проектов. Все это делается по инициативе президента страны. И мы, конечно же, их реализуем. И здесь нам в помощь те традиции, которые заложены нашими предками. Вместе мы, несомненно, реализуем все запланированное наилучшим образом и изменим жизнь к лучшему. С праздником, дорогие земляки!